Валентин Бородавка! Сергей Сак! Валик, ты знаешь, иди не скричай, у меня есть дождь, у меня есть дождь, мне так страшно, боже мой. Друзья, ну поддержите, сейчас что-то произойдет. А ты там будешь? Боже. Да, я буду здесь. Да я уже я, ребята, в отличие от тебя, доверяю. Ну что, мисс, вы готовы? Ну что, прямо сейчас, да начнем! Поехали! Синхронные донаты в исполнении команды G-Drive. Гонщики просят ребят на своих гранитах. Давай, ближе, 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 давай, Денис! Пошумите, трибуны! Вот она, команда G-Drive. Лучшие из лучших в этой сфере. Лучшие в своем роде. Еще раз, Валентин Бородавка, Сергей Исаак, Денис Клещевский. Эй! Сергей, волнительно вот здесь, на главной площадке вот это исполнять? Ну, хотелось бы асфальт, если честно. Вот единственное, что просто парит на лавочке, что мокро. Хотелось дать дыма, скорости. А так, в целом, ну, по кайфу, в родном городе, в центре. Спасибо всем. Ну, это единственное, что не в наших силах, это погода. Ну, даже в таких условиях наши ребята доставят вам удовольствие, я вам обещаю. Как я и говорил только что, перед тем, как стендрайверы выйдут, ребята, мы понимаем, что вам сложно. И все люди, которые здесь находятся, понимают, что мокрый асфальт – это так себе удобная ситуация. Поэтому вот прямо сейчас каждый человек, который стоит по обе стороны проспекта, дайте шум пилотам! Покажите, что вы можете, ребята. Сидеть дальше на бочке? Я так хотел больше этого не делать. Боже мой. Просто большие люди громко падают. Да. Так что ты аккуратно. Не падать выше, если что. О, поехали!